Всем привет, друзья! Мы по-прежнему в Гамбурге, и у нас для вас подарки. Мы в полном восторге от этого прекрасного города и хотим, чтобы вы тоже прониклись его атмосферой. Поэтому мы придумали для вас конкурс. Только что ребята подписали три вот такие футболки. Если вы хотите получить одну из них, вам нужно всего лишь правильно ответить на вопросы, которые вам сейчас зададут наши ребята. Как звучит полное официальное название города, в котором мы находимся? В Гамбурге существует улица, на которой воспрещен вход женщинам, женщинам с детьми и детям. Как же она называется? Один из музыкантов группы Beatles вошел в группу именно в Гамбурге. Кто это был? По количеству этих сооружений Гамбург занимает первое место в Европе. Что это такое? В одном из входов в храм Святого Петра есть две ручки бронзовые, то есть левая дверь. Левая ручка, правая, правая. Вот две ручки. Одна из них старше другой. Какая из них старше? На этом все. Футболки с автографами команды ждут своих обладателей. Что нужно сделать? Правильно ответить на все заданные вопросы в комментариях под этим видео в YouTube. Это важно. Сделать репост этого видео у себя на странице ВКонтакте, быть подписчиком нашего канала. Ну а потом генератор случайных чисел выберет обладателя футболочки среди всех, кто оставил свои комментарии. Удачи!